Депутат Тверской городской думы Артур Сычев провел выездной прием жителей Московского района Твери. Горожане обратились к народному избраннику с насущными вопросами. Среди них ремонт дороги, приведение в порядок прилегающих к домам территории. Подробности у нашего корреспондента. Жители зеленого проезда обратились к народному избраннику за поддержкой их инициативы по благоустройству рощи, которая находится рядом с домом номер 45, корпус 10. Сейчас эта зона отдыха вызывает у местных жителей скорее беспокойство. Тут сухие деревья, надо их пилить, надо их убирать, тут надо немножко эту рощу вычистить, кустарники, тут собираются бомжи. Вот, поэтому нам надо вот немножко облагородить вот это. И как раз наш первый подъезд, мы выходим, и сразу тут перед лицом вот эта картина. Поэтому решили обратиться. Выслушав пожелания местных жителей, народный избранник и активные горожане договорились о совместной работе. В частности, речь шла о проведении массового субботника для приведения в порядок рощи и расположенного рядом стадиона. Я подумаю о том, что мы в рамках нашего партийного проекта запустим здесь работу дворового тренера с ребятишками на приведенном нами в порядок вместе с жителями стадионе. И дальше как-то будем поддерживать и благоустраивать эту территорию. Также депутат вместе с жителями обсудил варианты участия в проектах по поддержке местных инициатив. Еще один вопрос, который беспокоит горожан – ремонт дороги в районе Зеленого проезда. Транспортная артерия связывает выезд с территории на бульвар Цанова. Как выяснилось, на данный момент дорога не входит ни в какой реестр, поэтому яма лишь засыпает крошкой, которая быстро выбивается. Вот тоже сейчас взял это на контроль, постараемся проработать совместно с администрацией города, с департаментом нашего дорожного хозяйства. Может быть, включить в следующем году нам удастся это в программу безопасной качественной дороги. Может быть, удастся найти какие-то варианты решения, осуществить нормальный ямочный ремонт уже в этом году предварительно, чтобы основные вот дефекты засыпать. Обсудив с жителями проблемы микрорайона, были обозначены планы на ближайшее будущее. Народный избранник уверен, что сможет посодействовать в решении озвученных проблем.